На территории ботанического сада института ДВО РАН проводится реконструкция экологической тропы. Там пройдет полное восстановление твердого покрытия на участке длиной более 1,5 километров. На первой части малой тропы интенсивно ведется подготовка основания для дальнейшего асфальтирования и установка бордюрных камней. По плану реконструкцию этого участка завершат до конца мая. Второй этап предполагает восстановление твердого покрытия и ремонт отвода воды. Помимо дорожного покрытия, мы капитально ремонтируем класс под открытым небом. Это место, где проводятся учебные программы, в основном для детей, в том числе по Арсеньевской карте. Очень много школьников к нам приходит на экологические программы по естественно-научному направлению. И, собственно, для всех горожан по тропе будут установлены информационные щиты, будет отремонтирована видовая площадка в верхней части экологической тропы, там обзор лесного массива ботанического сада, можно будет его не только увидеть воочию, но и прочитать о самых интересных объектах в нашем лесу и, собственно, увидеть своими глазами, что такое уссурийская тайга. Она сохранилась в черте города в некоторых местах, и ее можно увидеть и почувствовать совсем рядом. Полностью завершить реконструкцию планируется к сентябрю этого года. На время проведения работ участки тропы, где идет ремонт, ограничены для посещения. Работы осуществимы благодаря гранту, который предоставило правительство Приморского края. Олег Завьялов, Диана Иванова, «Новости на Восьмом».